He can never be satisfied as long as our children are tripping by selfhood and lost in that dignity. Моя молодость пришлась на 60-е годы в Америке. В то время в моем сердце был серьезный вопрос, с которым я шел по жизни. Вначале я разделял интерес к демонстрациям движения за гражданские права. Но в итоге я пришел к выводу, что реальное решение должно быть найдено каждым самостоятельно. Я и мой друг Гэри путешествовали по разным странам, местам, видели разные точки зрения, разные образы жизни. В Греции, на вершине горы, я оставил своего друга Гэри и начал свое долгое путешествие в Индию. Мне было 18 лет, когда я добрался до границы с Индией. Годы я пытался делать добро людям Индии. И сегодня в школах мы кормим 260 тысяч детей ежедневно. Мы основали госпиталь Бхактивиданты. И предназначение госпиталя — лечить тело, разум и душу. Каждое живое существо — это дитя Господа. И вы не сможете любить Бога, не любя каждое живое существо, если это скромное путешествие домой, поможет кому-либо задать вопрос, что же на самом деле является главным предназначением жизни, то я буду считать, что мое служение может принести пользу.